С каждым днем люблю жизнь еще сильней. Я дышу, но хочу дышать быстрей. Включила камеру и снимаю влог. Смотрю на небо, говорю спасибо Бог. Здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте, мои хорошие. С вами похитивший Арамуша. Добро пожаловать на мой YouTube канал. Сегодня мы с вами обосрем Венецианский фестиваль. Будут наряды, будут бабы, будут мужики, будет интересно. Так что оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии, делайте ебаные репосты, бейте в ебаный колокол, покупайте мой мерч и подписывайтесь на соцсети. И заказывайте поздравления на ДМ. Ну что ж, господа, первый лук, первый лучной Венецианский фестиваль. Уа. Ну такой платье-конус, знаешь. Такое ощущение, что этот какой-то... знаете, из газетки конус для семечек, и он прорвался, конус прорван, и ну, из него сыпятся семечки, скажем так. Девочка у нас неплохая, боже, смотрите, какой класс, можно все в деталях посмотреть. Край обработан ровненько, бусинки пришиты ровненько, маникюр ровненький. А браслетик ровненький. Ну, конечно, вот это вот обрыганные вот эти клочья. Как-то и да, и нет. И хочется, и колется. Сережечки. О, ну тут, конечно, да. Посмотрите, у него вокруг глаз такая сетка из морщин, что можно просто, знаешь, палтуса ловить. Можно просто это, скумбрию ловить этими сетями. Ужас. Ах, морщинка ты, морщинка. Вокруг глаза сеточка, понимаешь? Жалко, конечно. Смотрите, какая нежная кожа, какие острые плечи. Какая нежнятинка. И тут такой подвох. Просто такие сморщенные глаза. Такое ощущение, что она, знаешь, шампунем намылилась в душе. И типа это сжала глаза вот так, чтобы не попадала ей в глаза щелочь. Ну и очень белый пробор. Очень белый пробор. Мне это не нравится. Ну как-то надо было взять немножечко тонавочки и пройтись там. 7 из 10. Очень аккуратно, очень нежно. О, боже, какая нежнятинка. Барбара Павлин. А ну, Барбарелла, иди сюда. Иди сюда. Боже, какая фефочка. Нежная такая. Так, смотрим на платье. Ну, вы знаете, блядь, такое ощущение, что это платье попало под поезд. Что это просто платье, в котором Анна Каренина бросилась под поезд. Ты его знаешь, тут рельсами и колесами как-то перевернула. Что там с ножкой? Ну, хорошая ножка. Не, мне не нравится это платье, это однозначно 0 из 10. О, боже, какой трикотаж. Девочки и мальчики, ивановский трикотаж. Боже, такой русский макияж. Макияж русской красавицы. Прям Волочкова без 5 минут. Платье я узнаю. Это, конечно же, Этро. Но, бля, вот эти труселя. Ого. Ничего себе. Ну, какие-то они сильно большие. Я бы их... Может, они стягивают живот? Но я бы их чуть поменьше взял, конечно. Изысканно, нежно, такая кольчужка. Ну, вот это украшение немножко такое, знаешь. А что там? Третий глаз? Глаз нарисован. Боже, третий глаз. Масоночка. Пусть будет 8. Красиво. Но заточка очень такая, знаешь, волочковская, конечно. О-о-о. Смотрим. Боже, это та же баба. Очень похожа на предыдущую ораторшу. Боже, клитор выпал. Клитор из подмышечки выпал. Она удаляла ребра. Но тело, конечно, очень нежное. У всех, я смотрю, сейчас в моде такое какое-то эти теплые какие-то кирпичные тени. Ну, не знаю. Ну, блядь. Какие-то шнурки, и тут треугольник. Ноль. Нет, мне не нравится. Сори. О! Фу. Что это такое?
Боже, попугайчик. Это, кстати, Валентина Кутюр. Бо, перья. Но вы знаете, это все настоящие перья. А я надо посмотреть, в каких условиях этих птиц обдирают. Я представляю, знаете, как вот эти фотосессии с фермы, там, где туши норок просто гниют на свалке ради меха. Ну что могу сказать? Это какой-то Мэтт-гала, какой-то, знаешь, кэмп прямо. И оно получается на одну сторону так. Ну такое что-то, какой-то Арлекино Коломбино, что-то такое непонятное. Тут красные какие-то попугаи тоже есть. Ну я не знаю. Ну типа, а что? Ну что здесь крутого? Я не знаю, что здесь крутого. Давайте искать. Ну как, сделано хорошо. Ну пусть будет четверка. Фу, блядь. Горчишная тряпка обмотана. Просто какая-то, блядь, горчишная тряпка обмотана. Это нет, однозначно. Мне не нравится такое. Я не приемлю такое. И лицо такое, знаешь. О, такая тоже, да, заточка злая. Изабель Фонтана на минуточку. Вальберто Ферретти. Но я не могу, я не могу похвалить этот наряд. Ну это просто какая-то горчичная сака. Не хочу. О, боже, какая нежнятинка, какие 80-е. И тоже, да, у всех вот эти загаристые тени. Нюдовые помады у всех. Бля, ну вот это вот завиток этот какой-то. Зализончик этот слюнями зализанный. Колечки. Босоножечки. Ну, платье неплохое. Поставлю 7 ему. Но прическа, конечно, могла быть и лучше. Очень хорошо де... О! Фу! Выпускной в Саратове. Выпускной в Саратове, девочки. Боже, нет. Ну, хоть пробор зачернила. А так, конечно, платье жутковастое немножечко. Немножечко ужасное. Просто вот это какая-то, знаешь, тряпчушка такая. Бледно-желтая. И тут вот это присобрание. И животик в нем больше кажется. И сисек как бы не видно, потому что теряется. Здесь форма теряется. Оно такое все просто, знаешь, как объемное. Ноль из десяти нет. Ты идешь. О, очень интересный наряд. Тут, короче, знаете, как какой-то демонический прям принт. Я вот издалека смотрю, вижу какую-то, знаешь, как какой-то арх этот. Ну как объяснить? Ну, падший ангел какой-то с крыльями тут нарисован. Мне же немножко не по себе. Ужас. Вон, смотрите, головка, типа тело, тут крылья. Фу. Прям страшно. Ну, короче, какое-то насекомое. Ну, бля, вот эту тюль надо было как-то, я не знаю, облагородить более. Ну, так, не, конечно, волосы, я в шоке. Ну, что это на голове, блядь? Сука. Вообще. Это бабы, когда, знаешь, после клуба кому-то на ночевку пиздуют, то потом, ну, в 10 утра еду домой на метро с такой, блядь, на голове, с таким говном. Ужас. Хотя бы помыла головку. Фу, какое старомодное. О, хитрый взгляд. Посмотрите, боже, какая хитрюга. Хитрый взгляд. И тут такое платье у нее дикое. Дичайшее платье. Ужас. Платье очень старомодное, такое, знаешь, сериал «Династия», 1980, я не знаю, пятый год. А тут такой клатч, грубик такой. Нет, оно из 10, просто какая-то чешуя из «Династии». Фу. Это Гуччи. Неизвестно. Ой, ну эти часы, блядь, ну неужели эти часы сюда подходят? Ну господи, ну сколько можно?
Ну, блядь. Что, поменьше не было, поаккуратнее. Такие, знаешь, чтобы за километр. Уже бы будильник себе скотчем примотала, блядь. Написала бы на нем какое-нибудь там хабло и пришла. Смотрим. Ну такая принцесска. Просто принцесска нежная. Поставлю 3. Ёб твою ядрить налево. Фу, что это, блядь, за саркофаги натянули? Боже. Что это за свинцовый щит у нее? А как он подвернут криво? Фу, это полный ноль, девочка моя. Да, не смотри на меня так. Не вопрошай, хотя бы 3 балла даже не поставлю. Боже, а юбка как дешево. Вот, она тут так дешево подвернута. Ужас. И здесь? Ужас. Это какой-то молодой и дурной дизайнер. Ой, а вот это? Боже, кто жил в конце 90-х, тот меня поймет. Какая душнятина. Ну это полный ноль, боже. Ужас. Прощавай. Луи Виттон. Мы, кстати, с Сырочкой ходили в бутик Луи Виттон. И там все эти платья висят. И я вам хочу сказать, они все какие-то... Они такие какие-то топорные. Вот у нее юбка, например, вот это, вот видно, да, что она как бы так торчит. И когда ее трогаешь, кажется, что она сделана из какого-то пластика, из такой пластиковой неприятной ткани. И вот это, например, молния, она тоже, смотришь, строчки кривоваты. Кстати, кроссовки Луи Виттоновские мы смотрели, они все сейчас такого плохого качества, строчки кривые. Значит, когда подошву, ну, отливают, типа эту пену, там такой по ободу идет контур. Они его не срезают, не зачищают. Он такими кусками. Это просто кошмар. И одежда, знаешь, вся в ткань такая неприятная вся. У меня такое разочарование вообще. Они стали такие, ну, очень, как бы, качество стало дешевым у Луи Витоши. Ну, что я могу сказать? Ну это какой-то ноль просто, знаешь. Какая-то проститутская юбка с молнией спереди. Эти на рукавнике. Тут какая-то, блядь, бархатная, присобранная какая-то, блядь, манишка, слюнявчик. И здесь, блядь, вышитая что-то вообще. Фу, как какие-то алкаши. Вот, типа, глаза, нос красный. Поняли? Как какие-то алкаши вышиты. Фу. Пиздуй. О, какая нежнатинка. Армани Прива, девочки. Но Армани узнать можно за километр. Огромные сережечки. По цветам, по тканям. Такое все, знаешь, флерчик. Бля, ну этот бант. Вот Армани застрял. Я так не люблю, когда люди застряют в какой-то эпохе. Это ж какие-то, блядь, я не знаю, опять династия. Опять 80-е. Ужас. Тут зализон этот. Ну так, в принципе, неплохо, но из-за банта хочу поставить что-то типа нолика. Можно? Спасибо. О, боже, Тартан. Так это английская актриса. Да, я все видите, какая я писюшка. Все знаю. Просто Тартан какой-то. Это Вивьен Вествуд какая-то. Ой, какие шайбочки. А, это Диор, боже, это Диор. Диор скурвился, девочки. Диор просто скурвился. Я просто в шоке. Фу. Какая-то, знаешь, грубым сукном обмоталась. Боже, а вот это оно так неаккуратно как-то. Рыхленько. О боже, Луи Виттон. Комбинезон на молнии. Ну, блядь. Она, блядь, как коротконожка. Такое оно все какое-то не это самое. Груди нет в нем. Смотрите, грудь не подчеркивает, зато жопу увеличивает. Мотня, типа, укорачивает ноги. Ужас. Не-не-не.
Налейша не с десятейшим. Гуляй. О, Стелла Маккартни. А какая довольная. А какая довольная. Какая довольнюся, писюся. Нежнятинка. Очень нежная писюшка. Так, ой, какие эти туфли. Смотрите, туфли-колготочки, следочки. Прелестницы. Просто прелестницы. Но мне нравится такой свежий весенний принт. Но я даже не понимаю, что это платье такое старомодное какое-то английское. Давайте разбираться. Тут какие-то, блядь, нахлёсты, завязки. Ну, блядь, баба идет на родительское собрание. Нет. О, боже. Этро. В рубашке? А, вот кто эти ремни делает. Этро. Она пришла в мужской рубашке? И в черных шпильках? Ну, типа, это на что намек? Что, она еблась или что? И тоже их, наверное, красила одна команда визажистов. У всех одинаковый макияж и тени вот этот, типа, бронзовый, закат. Ну, это вообще, типа, знаешь, проституташн. 0 из 10. О, боже, фу. Как меня бесят эти калачи намотанные. Ну, это ужасно. Это не профессионализм. Фу, так оно все, а тут какое, боже, грубое. Кеды, ёб твою мать. Баба в кедах, пиздец. Ребята, это просто пиздец. Баба в кедах, да еще такая дуська. Не, это полный ноль, такое, блядь, грубое. Как будто, знаешь, сама все сделала, все сама. 0 из 10. О, боже, они все... Эльза Хоск. Все на одно ебало на этой вечеринке. Я в шоке. Так, что тут у нас? Черный корсет и золотая юбка. Ну, смотрится неплохо. Такая, знаешь, типа... шла на церемонию, собака ей откусила нижнюю там часть ее наряда. Она просто перемотала какой-то скатерочкой, да? И такая, я пришла, девочки. Девочки, я пришла. Ну, неплохо. Волосы надо было помыть. Поставлю ей 6. Почему бы и нет? О, боже. Смотрим. Фу, в моде 90-е. Я так жду, когда уже что-то другое войдет в моду. Ребята, блядь, ну это змейка, которая сама себя кусает. Это такие пошлые 90-е, ужас. Ну, блядь, очень, это категория Б. Какое-то жлобское платье простого кроя, 0 из 10. О, боже, еще. Так, смотрим. Ну, такое платье, это в стиле, знаешь, Джулианы Мур, которую, кстати, я очень давно не видел на дорожках, куда она пропала. Это Гуччи? Боже, а у него еще подол красный бархат. Но нежно, то есть сверху идет шифон с вышивкой. Ну что она так помялась уже? А это она за нитку потянула его или что? А ремешок тоже вышит? А булочки свежие? Ну так неплохо, и под цвет глаз подходит. Такое, знаешь. И макияж у нее еще такой, типа Шарлотт Тилбери. Давайте дальше. 4 ей. О, какой нежный этот. Мне очень нравится цвет. Вот здесь, пониже такой. Такие советские голубые банты на 1 сентября. Ой, ну эти тюлевые платья, не могу на них смотреть. 0 из 10. Вау! Скарлетт Йоханссон. В Селин на минуточку. Боже, Скарлатина, ты шо? Очень красиво пошито, мне нравится. Очень красиво пошито. Эти драпировочки, талия, грудь. Ну, так слабовато. Ну, качество отменное. Что вот это такая за штучка? Какая-то петелька. Интересно.
8 поставлю. Не нравится, восьмерка. О. Летучая мышь, серьезно? Летучая крыса, ужас. Кошмар. И тут браслетик. Вау. Но мне не нравится. Ну, типа, что тут такого? Не написано от кого. Ну, это Гуччи, наверное. Ну, блядь. Ну, вот это свисает. Такое что-то. О, боже. Захар Мурат. Захар Беркут. Фу, вот эта рванина, это очень опасная тема. Вот эта рвотина, это очень опасная тема, девочки. Вот эта рвотина, я вас предупреждаю. Просто, ну, блядь, выглядит, знаешь, вот во времена Советского Союза не было прокладок и тампонов. И женщины брали старые простыни и рвали их на такие, знаешь, как они говорят, это окна мыть, такие прямоугольники, да? Это окна мыть. На самом деле они себе подкладывали под писечку их. И вот они перед вами. Ну вот это, знаешь, окна мыть, какие-то тряпки. Хотя, а тут еще такой сыр с дырочками идет по контуру. Но нижняя часть не нравится. Вот эта рванинка не нравится. Она еще и сатается. Ну такой кутюр какой-то. Не, ноль. О боже, Лив Тайлер, она еще жива? Какая она мужичка стала, господи, я просто в шоке. I'm shocked. Боже, посмотрите на эти тесемки. Ну, я не знаю. Просто знаешь, как это. Труп очнулся в морге, блядь, и это. И пытается вылезти из этого пластикового мешка, в который его застегнули. Это, кстати, Живанши Кутюр. Это Живанши Кутюр. Ну, как так, не знаю, грубовато. Платье грубоватое, и она такая бычка. И оно, знаешь, как бычка в квадрате получается. Бычка на бычке. Ой, что такая грустная, Луи Виттон. Боже, что случилось? Что случилось, Дотси? Тебе кто-то это не выплатил гонорар за фильм или что? Смотрим на платье. Ну вот этот ремень Луи Виттоновский популярный. Хорошо. Вышивка на белом. Ножки аккуратные, маникюрчик есть. Ну что, ну такой фарфоровая такая статуэточка. Почему бы и нет? 5 из 10. Ну такая, знаешь, недогоревшая свеча. О, I'm gonna have a baby. Почему всегда, когда женщины ждут ребенка, они... мама! На подсознательном уровне оберегает плод от сглаза, от дурного глаза, от, ну вы поняли, потому что посмотрите на этих мужиков, о, какие они все, знаешь, ушлые, какие они все сукияки. Короче, полный наратан, девочки, даже полный наратан, отвал пизды, девочки. Ну, это 0 из 10, просто какой-то такой пенюарчик черный, о, блядь. В смысле? Есть же ее фотка в другом наряде. Это Шанель до сих пор она носит. Да, она еще Шанель работает. Боже, смотрите, какой у нее этот лок. А что это за дата? 10-18 или 10-10? Расскажите мне про эту тату под видео, пожалуйста.
Ну, не знаю. Это, знаете, это не Шанель, это какая-то пародия на Шанель. Все-таки Кар был, ну, лучше. Зря я на него так гнал. Это, знаешь, типа, если Зара будет, ну, fast fashion, делать быстренько Шанель делать, поняли? Ну, нет, ну ли здесь идти? Ой, Кристиан Диор. Боже, ненавижу эти принты. Но Кристиан Диор уже хуже некуда. Ой, какая они туфли мне нравятся, туфли нежные. Но здесь девочки и мальчики. Ну, бля, это какая-то такая марля. Такой летний сарафанчик. По деревне ходить, туда-сюда. Семечки, за семечками ходить. И на лавочке сидеть, плеваться. Ну, ли здесь идти? Боже. Так, интерес. Роза, холостячка. Бабочки. Ну, такого кармелита. Такая летняя кармелитка, поняли? Поставлю шестерку. Целостный образ. Счастливая женщина. Молодец. О, руки в боки и пошли, понимаешь? О, вот эти гульпленовские вырезанные рот, этот гульпленовский. Человек, который смеется. Боже, а тут просто идет такие ярусы какого-то расшитого тюля. Ну, простенько и нежненько. Фу, эти корни. Тройка. О, боже. Наряд, который обошел все светские таблоиды. Тина Кунаки, Тина Мамакаки, Тина Каки, понимаешь? Тина Канделаки, Тина Кунаки, блядь. Вот это какая-то такая штучка, да? Тут и бусики висят, и эти, и перья. И эти сережечки. Ну, вы знаете, неплохо. Хорошо. Поставлю ей 10. Почему нет? Такое, знаешь. Горилла, как будто горилле сделали депиляцию. Только вот руки, плечи, да, и ноги, да, ну, до ляшек. А тут осталась ее шерстка. Ну, 10, очень хорошо. О, вот она. Это Марк Джейкобс. Это Шанель Кутюр. Я не в восторге, ребята. Боже. Это ж просто какой-то сарафанчик. Блядь, а этот красный цвет. Может, конечно, они вручную пришивали каждый вот этот лепесточек этот. Но, блядь, это не Шанель. Боже, это вообще не Шанель. Что происходит? Где ДНК бренда? Это какой-то Кензо 88-го года. Коллекция посвящена типа этим русским цыганам и медведям. И там были вот все такие платья. Три яруса присобраны. Тут просто в обтяжечку. У нее, кстати, груди нет. Пиздец. Но она грустная даже, видно. 0 из 10, даже не хочу долго останавливаться. Ой, какая нежнятинка. Боже, фу. Как гандоны вверх ногами. Как гандоны, если за кончики подвесить. Боже, посмотрите. Ярмарка гандонов. Да еще в три яруса. Ох, она ебется. Я сегодня, кстати, вспомнил, что когда я в первый раз в жизни покупал гандоны, много-много лет назад, я купил Контекс. Значит, ну, обычные. И они мне не налезли, не налазили на хуй. И я думал, что они какие-то бракованные. Я думал, что типа может их нужно нагреть. Потому что, ну, думаю, может от холода они сильно плотная эта хуйня. И, короче, они у меня слазили. Ну, блядь. Нет, они не слазили. То есть я пытался его одеть. И пока я его надевал, у меня падал хуй, потому что, ну, блядь, оно же переживало мало так сильно.
И потом я думаю, блядь, надо покупать XXL. А всегда, когда я покупал XXL, продавщицы на кассе, там в Сильпо, или Велика Кишеня, если они еще есть, они всегда пробивали такие и типа... Начинали задыхаться. Ну, короче, платье с гандонами – это не камильфо, девочки. Это не камильфо. 0 из 10. О, это Армани. Да, это Армани. Вот по вот этой хуйне можно. У Армани любят такие какие-то, знаешь, силиконовые коврики для запекания. Ужас. А оно что, разных цветов? То есть это фуксия, а это или просто отсвечивает ткань по-другому. Без дупля, девочки. 0 из 10. Ну что, господа, черный костюм, а тоже Армани. О, все так прям расшито, прям такие, ой, Чарли, брючки Чарли. Тут такое колечко. Но смотрится целостно. Ох, вы меня будете за это целостно ненавидеть. Какая-то черная лаковая крыса. Ну, 5 из 10. Ну, нельзя прям сказать, что прям уебище. Ну, нельзя. Хочется, но нельзя. Будет несправедливо. О, кто это? Тоже Армани. Ну, нежно, нежно. Смотрим. Нежнятинкой попахивает. Сейчас я сотрю вот эти босоножки очень модные. Знаешь, одна перемычечка, и здесь вторая. Прям тренд десятилетия какой-то. Ну, неплохо, очень красивая фигурка. О, монотени. Боже, как повезло людям, у которых нет нависшего века. Можно рисовать на лице все, что хочешь. Блять, может есть какая-то операция по удалению? Просто вот эту кость надо, ну, типа, каким-то зубилом выбить. Вот как нос, знаете, сбивают, типа. Может, просто мне вот эти кости как-то потом повыбивать? Ого, они тут так нависают. Боже. Они скоро мне глаза полностью закроют. Везде. 10. 10 из 10. Очень нравится. Очень красивый цвет, переливается. Аккуратно. Смотрите, какое натертое маслом тело. Браво. Фу, а вот ее антипод. Боже. Фу, какое, блядь, крючком вязаное говно. Фу, очки Элтона Джона. Ну, душнятина. Миу-миу, к тому же, блядь, Миу-миу вечно какое-то говно сделает. И видно по лицу, что не сильно она счастлива выйти в этом платье. Вау! Это Вивьен Вествуд? Нет. Нет. Боже. Что-то с грудью проблемы. Или они должны типа выдавливать, как зубную пасту из тюбика. О, можно погадать на руке. Так что головная линия заходит между духовным и материальным миром. Она разрывается. Она чувствует, постоянно у нее идет борьба. Она хочет, знаешь, и Далай-ламой быть, и быть такой крысой меркантильной. И вот она между двумя мирами разрывается. Значит, потом у нее есть линия славы, линия солнца, неярко выражена, прервана немножко. Будут взлеты и падения. Значит, у нее тут тоже отметинка на безымянном пальце. Вот, что еще? Вот эта линия. Она любит считать деньги. Большой палец. Очень волевой. Сильная воля. Такая independent. Здесь что? Но рука хорошая, чистая. Линия хорошая. Значит, линия судьбы сходится с линией жизни. Лет так 45-50. Будет какой-то переломный момент. И нет, подождите, оно раньше сходится. В 35, где-то 40. И у нее будет вот супер все в карьере, в жизни, где-то лет 10-15. А потом идет какой-то там раз не видно четко.
А потом идут какие-то там катаклизмы у нее. Но рука очень хорошая, молодец. Туфли красить, блядь. Ой, как я люблю такие туфельки, боже. Какая нежнятинка. Туфли 10. Платье. Такая крестьяночка, типа баварский этот Октоберфест. 5. О боже, Руни Мара. А она еще сейчас где-то снимается? Я ее после девушки с татуировкой дракона нигде не видел. Ну что, Руни Мара, что ты, кто ты, расскажи нам. Какая-то неглаженная тряпка, которая из-за того, что сильно была перетянута нитка в швейной машинке, туго, оно вот так все в гармошку тут затянуло. Ну пиздец, этот кардинальский чехольчик. Нахуёк? Нет, это 0 из 10. Пиздуй, Руни. Боже, Кейт Бланшет. Так, что тут? Какими-то пистончиками обмоталась. Ну ты даешь. А тут же какие-то медальончики. Но вот этот эффект сейчас очень популярен. Эти мокрые волосики. Так, ну что, очень похоже на первое платье, но это тоже Армани Прива. И как бы вот то, у которого тут торчали еще эти сопли такие. 4. О! Белла Торн, девочки. Ну, блядь, это какая-то кольчуга из бус. О, надписи. Just let go. For what? Напишите, что у нее там написано. Ну, не знаю. Колено похоже на собачку. Вот носик, да? 2 глазика и такие, как щечки. А там уже ротик. Не знаю, это, наверное, только я вижу с моей шизофренией. Ну, не знаю. Такой оголейшн. Такая оголистика тяжелая. Ну так просто кольчуга перемоталась. 0 из 10, нет. О, боже, какие объемы. Опять эта девчина. Какие объемы. Валентина Кутюр. Но Валентина делает очень большие объемы. Такая какая-то, знаешь, плантаторша из южной штаты США, там как 19 век, какая-то плантаторша. Ну, не знаю, 4. Боже, о боже, боже, боже мой, о боже мой, мы с тобой совсем другие. Фу, дешевая какая-то, блядь, обои советские, боже, у всех такие были. Какие-то, блядь, вензеля недоделанные, это кошмар. Ну сколько, почему люди десятилетиями используют эту идею, эти, блядь, ну, какие-то веточки, потом какие-то несуществующие вот эти цветы, значит, и у них идут лепестки, а внутри идет какая-то вот эта сетка. И я вам хочу сказать, если, ну, долго, ну, это подсолнух, потому что мне кажется, что это подсолнух. Какой цветок еще так выглядит с такой толстой сердцевиной? Это же не ромашечка, это, блядь, подсолнух. И зачем их вообще изображать? Что-то, блядь, за уже надоело. 0 из 10. Фу, а на голове что? Боже, бантик. Пиздец. Как прибили, так и держится. О, какая нежнятинка. Боже, девочки и мальчики, это нежнятинка. Ну, смотрится хорошо. Единственное, что вот эта часть от талии, да, и вот здесь очень такое большое, знаешь, размером с футбольное поле, вот такое черное пространство. Конечно, да, оно ровное, пивной живот не выпирает, но все равно. Какое-то тут пространство такое, понимаешь? 0 из 10. Так. А почему 0 из 10? Это не так уже плохо. Украшение. Ну... Но мне не нравится это просто. Тут надо было что-то, я не знаю, вышить, привязать.
Ноль из десяти. Вау! Боже, какой этот... галлюциногенное какое-то платье. Эти полоски. Вызывающие. Как оно называется? В гипноз вводят. Плывут прям. Тут это вышито. Ой, блядь, это юбка на какой-то хуйне сюда приделана. Это вышивка бусинками. Ну, я не знаю. Душно как-то. Какой-то, блядь, полосатый рейс. Какая-то, блядь, тюремная роба. Фу, 0 из 10. Вау. Это опять Армани Прив. А, это та же актриса, только в другом платье. Ну, тоже красиво. Видите, она просто анорексичка. Она на анорексичках вечернее платье смотрится лучше всех. Но выбрано прекрасно. Вон сбоку, смотрите, даже сбоку это стоит, да? Как будто какая-то, я не знаю, рыночная, блядь. Какая-то, знаешь, хабалка рыночная. Ужас. Такая тушка. А это красавица. Поставлю ей опять десятку. 10. И, боже, Пенелопи Круз. Господи, что это за паж? Что это, блядь, за это, фройлен какой-то. Вышитый. Ну такое, что это такое плотное, прям зимнее, я бы сказал. Этот воротничок Джеки Кеннеди, Анасис. Ну 60-е, господи. Паш из 60-х. 0 из 10. Вот такой был интересный, спокойный обзорчик. Спасибо, что были со мной. Вас очень люблю и целую. Семочки, бай-бай. Пока.